Михаил Кузнецов родился 29 января 1925 года в деревне Большое Гридино, ныне Егорьевский район Московской области. В январе 1943 года Кузнецов был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1944 году он окончил Московское пехотное училище. С февраля 1944 года на фронтах Великой Отечественной войны командовал взводом 1122-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. В бою Кузнецов лично уничтожил вражескую пулеметную точку, а бойцы его взвода – около 50 солдат и офицеров противника. В боях за расширение плацдарма Кузнецов погиб. В 1944 году за образцовое выполнение заданий командования с немецкими захватчиками и проявление при этом отвагу и геройство. Лейтенант Михаил Кузнецов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина и Отечественной войны первой степени.